Приветствую вас! Сегодня мы будем смотреть с вами, как проверить очки на защиту от ультрафиолетовых лучей. Вот такие вот замечательные очки пришли мне от фирмы Спектр. И сегодня мы будем смотреть, как же они защищают от ультрафиолетового излучения. Ну и проверим их на деньгах, на российском паспорте, на карточках и давайте приступим. Чтобы узнать, защищают ли наши очки от ультрафиолета или нет, нам необходимо посветить сначала просто так, что у нас видно, да, на деньгах. Я взяла все номиналы, какие были, ну, вот какие попались в кошельке. И потом посветить без очков. Итак, готовы? Сейчас я одену очки для того, чтобы защитить свои глаза. И буду светить фонариком. Для этого я выключу свет. Светить я буду лампой на 365 нанометров. Включаю свет. И включаю лампу. Итак, при свечении ультрафиолетом видно, что на купюрах светятся волоски и отдельные элементы. Их видно только под ультрафиолетом. Кстати, ребята, я заметила, что у меня меченая купюра. Это было довольно-таки интересно увидеть отпечаток чьих-то пальцев на своей купюре. Ну, это примерно было, наверное, вот так вот. Оп. Ну, в общем, вот такой интересный факт, что на долларах никакой защиты от ультрафиолета я не нашла. Может быть, они есть на больших купюрах. Ну вот 1-2 доллара я никакой защиты от УФ не нашла. Итак, мы видим, что без защиты ультрафиолета... О, смотрите, как прикольно светится. Ой, тут красным. Прикольно. Четенько так видно. Это банкнота 100 рублей юбилейная к чемпионату по футболу была. Ну вот, значит, что мы сейчас делаем? Я сейчас сниму очки ненадолго. Это ничего страшного. И сделаю так. Давайте посмотрим. Я буду светить фонариком от фирмы тоже Спектр. Эту лампу я выключу. Делаю наш фонарик через стекло с внутренней стороны очков. И мы видим, что ничего в купюрах у нас не светится. Никакие волоски. Думаю, это наглядно видно. Если мы посмотрим без стекла, то... Но этот фонарик очень сильный, поэтому он очень сильно светит. Я смотрю под лампой. Под лампой видно, потому что свет здесь немножко рассеивает, а фонарик очень узконаправленный. То вот мы видим все обозначения, которые светятся. Это наглядный способ, как проверить очки на действительную защиту от ультрафиолетовых лучей. Ну вот я пробую поднести очки на саму лампу. Так как свет здесь рассеивающий, то они немножко просеивают свет. И, конечно же,
в некоторых местах видно, что есть свечение. Я снимаю сейчас в темноте. Возможно, что-то и будет вам не видно. Ну вот я сделала лампу двумя руками, чтобы свет не убегал. И я ничего не вижу. Волоски не светятся. Защита 100%. Хочу отметить... Минуточку, сейчас я свет выключу. Хочу отметить, что в Нижнем Тагиле я нашла несколько магазинов со специализированным оборудованием. Это одежда защитная, очки и много всего. Перепробовала там более, наверное, 10 пар очков на проверку от ультрафиолета. Ни одни очки от 150 рублей до, наверное, 5000 не прошли вот этой проверки, которую сейчас провела для вас я. Я была немножко шокирована, если честно. Ну и что хочу сказать. Я сделала проверку на деньгах. Сейчас я покажу вам, что видно на карте Visa, которая, наверное, есть у половины россиян, а, наверное, у каждого, наверное, второго. Свои личные данные я закрою купюрой. И вы посмотрите, что здесь видно при ультрафиолете. Возможно, это будет видно при включенном свете. Сейчас я одену очки свои защитные, чтобы не повредить свои глазки. И оп! Видно вот эту букву В, английскую. Сейчас я отключу свет, возможно, ее будет видно ярче. Вот так. А вы знали, что здесь есть ультрафиолетовое свечение и буква В? Я не знала. Давайте мы перевернем нашу карточку и посмотрим, что светится с другой стороны. Сейчас я там закрою свои данные. Вот так это выглядит. В общем, вот эти вот, вот магнитная полоска, и под ними, там, где мы расписываемся, вроде бы, подпись, на ней светится слово Visa. Вот так вот, друзья. Я не знаю, можно ли это подделать. Конечно, наверное, мошенники знают об этом, которые изготавливают вот такие карты. Ну вот, об этом теперь знаю я, в таком интересном факте. Далее, давайте посмотрим. А теперь давайте посмотрим, что же видят сотрудники в Сбербанке, которые постоянно просят у нас паспорт для проверки. Наверняка многие уже видели, что же там видно. Ну, давайте посмотрим и мы. Здесь также видно волоски. Такие же волоски, которые мы с вами видели на купюре. В принципе, так светится весь паспорт. Вот именно их, вот эти волоски, смотрят в банке под ультрафиолетовым свечением. Ну что, друзья, надеюсь, мой обзор про ультрафиолет и защитные очки был для вас полезен. Если вы знаете другие способы защиты от ультрафиолета, напишите мне в комментариях. Буду вам очень признательна. Какие знаете вы фишки, которые можно проверить под ультрафиолетом? Ну, не говоря о том, что, конечно же, есть лак со свечением и так далее. Кстати, сейчас у меня ногти не накрашены. Прикольно. Ну что, будем прощаться? Пишите свои комментарии. Какие знаете вы, в общем, способы проверки очков на ультрафиолет? Какие знаете еще приколюхи, что можно посмотреть под ультрафиолетом? Пишите мне. Если у меня этот предмет или бумажка найдется, я вам покажу. И мы посмотрим вместе. Всем пока-пока!